Папилон Айша, отель 5 звезд. В этом видео мы продолжим обзор отеля Папилон Айша и посмотрим его номера. Сейчас вы видите стандартный номер. Такие номера расположены на 1, 2, 3, 4 и 5 этажах главного здания и имеют вид на сад, море или горы. Площадь номера 28 квадратных метров. Размещение 2 взрослых плюс 1 ребенок или 3 взрослых. В номере есть 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, балкон, центральный кондиционер, сейф бесплатно, LED-телевизор, Wi-Fi бесплатно, мини-бар бесплатно, пополняется ежедневно, фен, халат и тапочки бесплатно, электрический чайник и чайные принадлежности. Это тоже стандартный номер, но с другим видом с балкона. Наполнение мини-бара 2 бутылки воды, 2 бутылки минеральной воды, 2 бутылки апельсиновой газированной воды, 2 колы, 2 бутылки газированной воды, 2 фруктовых сока и 2 пива. В этой части главного здания находится тренажерный зал, крытый бассейн и спа-центр. Сейчас вы видите кафе «Хармония» с вкуснейшими десертами. Сейчас вы видите номер категории Executive Rooms. Расположены эти номера в основном здании отеля с 1 по 4 этаж. Эти номера просторнее стандартных и предлагают дополнительный комфорт. Это макияжное зеркало и мягкий уголок. Номера имеют вид на море, сад или горы. Площадь номера 40 квадратных метров. Размещение 2 взрослых. В номерах есть 1 двуспальная кровать и мягкая мебель. Все остальное, как в стандартных номерах. Мы направляемся с вами к виллам. Сейчас вы видите номер Select Villa Suite. Эти номера были построены вдали от главного здания специально для тех гостей, которые предпочитают тихий и уединенный отдых. Площадь номера 43 квадратных метра,
размещение двое взрослых плюс двое детей или трое взрослых плюс один ребенок. В номерах одна гостиная с двумя диванами и одна спальная комната с двуспальной кроватью. Есть межкомнатная дверь. Номера имеют прямой выход к общему бассейну. Сейчас вы видите Deluxe Villa Suite. Это двухэтажная вилла. Она имеет собственный бассейн, джакузи, сад и двор. Вилла находится в окружении хвойных деревьев, аромат которых будет сопровождать вас повсюду. Вилла имеет просторную площадь, позволяющую комфортно разместиться большим семьям до 6 человек. Площадь этих вилл составляет 175 квадратных метров. В них роскошная мебель первого класса. На первом этаже гостиная с полностью укомплектованной кухней американского типа, мягкой мебелью и LED-телевизором, терраса, ванная комната и маленькая спальная комната с одной двуспальной кроватью. На втором этаже одна спальная комната с двуспальной кроватью, ванная комната с джакузи и душем, одна спальная комната с двумя односпальными кроватями, ванная комната с ванной, межкомнатная дверь. Для гостей этих вилл предоставляется бесплатно павильон на пляже на протяжении всего отдыха. Сейчас вы видите Presidential Villa Suite. Президентская вилла расположена прямо у моря. Эта VIP-вилла предлагает своим гостям роскошь и эксклюзивное качество услуг. Приватный обслуживающий персонал будет в распоряжении гостей виллы на протяжении всего времени. Вилла с видом на море и сад имеет площадь 403 квадратных метра. В ней могут разместиться до 8 взрослых. На вилле современная роскошная мебель первого класса. Это двухэтажная вилла с собственным бассейном и собственной обособленной территорией. На первом этаже гостиная с полностью укомплектованной кухней американского типа и мягкой мебелью, LED-телевизор, игровой и спортивный зал, бильярдный стол, беговая дорожка, велотренажер, тренажер для пресса, игровая приставка, сауна, одна спальная комната, двуспальная кровать, ванная комната с ванной, спальная комната с отдельным входом и ванной комнатой. На втором этаже одна спальная комната с двуспальной кроватью, ванная комната с джакузи и душем, терраса, две спальные комнаты с двуспальными кроватями и ванная комната с ванной. Гостям этих вилл предоставляется павильон на пляже бесплатно на протяжении всего отдыха. Отель в ночное время. А это вечернее шоу-программа с дискотекой.
Спасибо за внимание и до скорых встреч!